Как замечательно, дожди, ливни прошли, и природа подарила нам замечательную солнечную погоду с легким летним бризом, который обдувает волнение наших молодых. Сегодня, наконец-то, настал этот день. Его сердце бьется как никогда часто, потому что сегодня он скажет «да» и посвятит свою жизнь, свою силу прекрасной, любимой Алине. Алина в сопровождении папы. Встречаем! Я хочу вам пожелать, чтобы все-все ваши мечты сбылись. Главное, большой-большой, сильной, чистой любви. Чтобы на следующий год на наше бракосочетание вы уже пришли с маленькими-маленькими же гадлочками. Вам просто нужно поехать вот по этому адресу. Доехать. Сесть на самолет. Взлететь. И прыгнуть с парашюта. Счастья, любви, здоровья вам и море-море удачи. Кирилл, согласны ли вы взять законные жены Алины? Уважать и любить ее, хранить ей верность, заботиться о ней, делить с ней все радости и горести, во все дни, подаренные вам судьбой. Алина, согласны ли вы взять законные мужья Кирилла, уважать и любить его, хранить ему верность, заботиться о нем, делить с ним все горести и радости во все дни, подаренные вам судьбой?